Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами нереально вкусным ПП-рецептом. Я влюбилась в эти бургеры. Обязательно попробуйте их приготовить. В одном бургере всего 420 килокалорий, а получается он очень и очень сытным. Ингредиенты на 4 булочки. Творог 200 грамм, 1 яйцо, рисовая мука 100 грамм, разрыхлитель 1/2 чайной ложки, соль по вкусу, кунжут для украшения. Для начинки нам нужно фарш любой 200 грамм, томатная паста 80 грамм, чеснок 1-2 зубчика, огурцы, помидоры, листья салата 200 грамм, сыр 80 грамм. Итак, начнем с булочек. Смешиваем все ингредиенты для теста в чаше и тщательно перемешиваем. Делим его на 4 части. Катаем шарики и формируем из них булочки. Из данного количества теста у меня получились очень маленькие булочки. Рекомендую из этого количества делать либо 2, либо увеличить ингредиенты в 2 раза, чтобы булочки получились обычного нормального размера. Посыпаем кунжутом и выпекаем в духовке примерно 30-35 минут при 180 градусах. К фаршу добавляем приправы, яйцо, перемешиваем и формируем котлеты. Фарш можно взять любой. Хотите меньше калорий, курица или индейка. Я взяла постную говядину. Готовим котлеты. Можно их поджарить, можно запечь в духовке или приготовить на пару. Кто как пожелает. Нарезаем лук, огурцы и помидор. Пока готовятся котлеты, делаем соус. Очищаем чеснок и измельчаем его. Смешиваем с томатной пастой. Собираем бургеры, булочки разрезаем пополам и смазываем томатной пастой. Кладем котлету, сыр, овощи, лист салата, накрываем второй смазанной булочкой. Готово! Приятного аппетита! Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Тебя ждет еще много очень интересных и вкусных видео и рецептов. Пока-пока!